Житель Барнаула уверен, что видел над городом НЛО и даже снял его на видео. Встреча с неземными цивилизациями сподвигла мужчину написать стих про неопознанный летающий объект. По-моему, сейчас должен быть, если не видно. Нет, тут просто темная картинка и все. А надо в темноте вот фотографировать, вот именно. Диск необычной формы мужчина увидел из окна собственного дома. Уверяет, подвела техника. Старенький телефон не смог зафиксировать знаменательную встречу. На экране осталось лишь темное пятно. Константин рассказывает, что хотел просто сфотографировать облака, которые в этот вечер были необычной формы. Неожиданно увидел тот самый объект. В итоге эта встреча натолкнула его к написанию нового произведения, которое размещено в социальных сетях. Добавим, Константин работает дворником, а в свободное время посвящает себя творчеству. Объект парадоксальной формы летел однажды надо мной. Он отрицал земные нормы, он отрицал земной покой. С него ни люди, ни звери взирали на года мои. Объект парадоксальной веры внес парадоксы в наши дни.